Если мы хотим изменить этот мир к лучшему, то всем людям необходимо собираться вместе и совершать Харинама Санкиртану. Одни ищут Кришну, другие его нашли и пытаются предоставить его тем, кто его ищет. Харинама тур – это очень интересное дело. Но для меня эти Харинама туры – это все. Это путешествие, это приключение. Увлекательное приключение. Ананда Будхи Вардхана. Возможность поплавать в океане блаженства. Потому что ты находишься в обществе преданных постоянно, ты живешь с ними. И если честно, когда Харинама туры нету, становится очень скучно. Харинама – это блокбастер, на самом деле, который захватит скоро весь мир. Очень часто преданные могут просто себе покупать путевки и просто приезжать на пляж, но гораздо лучше это делать вместе с Харинамой. Мы летим в Бильбао. Самое популярное место, где очень много туристов с разных стран Европы. Поэтому со стратегической точки зрения это очень удобное место. Мы берем с собой книги на 12 языках, и они разлетаются во все страны Европы. Кто эти книги? Према и Милоши Упропады. Для молодежи это очень интересно. Это и возможность себя показать, это возможность мир посмотреть. Но также это возможность приобщиться к движению Харинамы. Харинама – это такая вещь, она защищает, дает духовное счастье. Я вижу, что это вдохновляет других людей, это вдохновляет духовного учителя, поэтому мне это приносит огромное удовольствие. Это образ жизни. С одной стороны, они хорошо проводят время и одновременно с этим совершают деятельность на благо других людей, на благо всего мира. Кажется, это был 2019 год, мы опрашивали разных людей в разных местах, и некоторые люди сказали, что хотели бы видеть больше Харинам. И тогда я подумал, что это было бы классной идеей — пригласить русских белых слонов сюда, в Европу. Эта группа Харинамы Санкиртаны из московского храма очень хорошо организована. Они классно танцуют, классно играют на музыкальных инструментах. У них здорово организовано распространение книг. Вообще, я думаю, что большинству людей по душе, когда они слышат киртан. Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна. Эсо, muy bien, muy bien. Харе, Харе. Хари Рама, Рама Рама. Эта музыка просто потрясающая. Это прекрасно. Здесь очень хорошая энергетика, и мне она очень нравится. Это движение описано в Священном Писании. Говорится, что в этот век подобные действия будут очень сильно возвышать сознание других людей. Шри Харинама Санкиртана Яя Ки! Шрила Прабхупада Ки! Тайго! Это идея Господа Чайтани Махапрабху. Это он говорит, что Кали-Юга, Юга-Дхарма, Намера Прачар. Распространение славы Святого Имени – это есть Юга-Дхарма. И в действительности Святое Имя оказывает удивительное, трансформирующее влияние на сердца обусловленных душ. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Идет небольшой карнавал, людям это нравится, особенно здесь в Испании, они все такие, вдохновляются. Алегрия, алегрия. Это
это сильно отличается от того, что мы обычно видим в жизни. Очень приятно видеть другие культуры. Мне нравится. Я смеюсь. Это здорово. Классно. Это очень классно. Весело. Можно отвлечься, расслабиться. Это такая духовная вещь. И, как говорит мой ребенок, это весело. Мне очень нравится. У них красивые платья, прекрасные прически, макияж также. И танцовщицы очень красивые. Да, и парни тоже. Мы очень счастливы. Люди, они могут почувствовать эту невероятную энергетику, которая исходит из Харинамы. Кто-то просто бежит с другого конца улицы, и видно, как их глаза зажигаются, и они сразу вливаются в танец. О, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама. Некоторые просто сходу, они понимают все шаги, все движения, они как будто это уже делали раньше. И особенно мне нравится, когда дети начинают танцевать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Большинство людей очень радуются, некоторые даже плачут, и причем сами не понимают, почему. Многие хотят запечатлеть это на память. Снимают, делают селфи, фотографии делают, выкладывают у себя на страничках, другие смотрят, думают, ух ты, смотри, там что-то интересное у них происходит. И ничего страшного, что преданные почти не говорят на испанском и знают всего лишь несколько слов. Because my Spanish poco, un poco. No, you know, да? See? Но при этом вы можете ощутить их настроение служения, настроение санкиртаны. И люди принимают это, они просто не могут сказать «нет». Давайте громким харибол благословим преданных санкиртаны, чтобы они распространили все оставшиеся книги сегодня. Хари! Подобные харинама туры очень сильно вдохновляют BBT. Цитон либо ду йога, ду карма, медитацион, реинкарнацион. Поскольку BBT является сердцем Шрилы Прабхупады, оно должно биться. Оно бьется тогда, когда уходят книги. Esté buena карма, esté buena карма, esté buena карма, señores. Классная мантра. Хорошая карма нужна вам? Ну, такая простая, смешная и не заморачивающая людей. Esté buena карма. Sobre espiritualidade vida, sobre meditação, reencarnação, yoga. Yoga não para corpo, para alma, para mente. Многие люди здесь не знают о сознании Кришны вообще, и они в нем нуждаются. Филиппинес, Пали. А, where from Russia? Russia, no? А, Russia. Russia, Russia. Russia. Moscow. Merci, Moscow. Люди могут услышать киртан за несколько кварталов от того места, где он проходит. Но когда они приобретают книгу, они приносят киртан, записанный на бумагу, к себе домой. It is a transcendental sound, not material sound, transcendental sound. И тогда те люди, которые даже не слышали киртан, смогут прочитать книгу и получить то же самое благо. Hola, hola. Hola, hola. Un momento, señoritas. Hoy tenemos un festival del mantra yoga. Estos libros tratan sobre yoga, карма, meditación, sobre el alma, felicidad eterna. Мы распространяем славу святого имени, люди слышат святые имена, и тут же они получают знание о том, что это самое главное в мире дело. Today you are young, you are beautiful, you are healthy, but tomorrow you can lose everything. Yes, but this is eternal, eternal happiness. Главное в Харинаме – это святое имя. Но мы не можем просто воспевать святые имена без какой-то внутренней уединенной практики.
Наш день начинается с того, что мы просыпаемся, чтобы вычитать святые имена, прочитать джапу, помедитировать. Потом у нас утренние службы, мы поем Мангала Арати, читаем Шримад Бхагаватам. About the characteristics of emotional bhava. Затем у нас завтрак, естественно. И дальше начинаются разные виды служения. Каждый день это большой сюрприз каждого преданного. Это и стирка, и готовка, и уборка. Потом собираемся на харинаму, ну, матаджи это занимает 2 часа. И выезжаем на харинаму. Все, последнее. Закрываю. Что, друзья, сегодня харинама в Мадриде. Преданные очень сильно трудятся на харинаме, поэтому есть такая необходимость как-то отдохнуть на природе. В выходные мы можем ездить в разные места. Может быть, какой-то активный отдых, что-то вроде пляжа или волейбола. Это возможность перезагрузиться просто. Я не испытывала такого счастья нигде, как в харинаматурах, потому что здесь вы проживаете целую жизнь. Мы вместе вкушаем просад, мы вместе слушаем Бхагаватам, обсуждаем какие-то моменты, связанные непосредственно с харинамой. Это жизнь на самом деле. Когда все находятся в одном настроении, когда каждый пытается послужить другому, это очень сильно вдохновляет, и это делает из нас команду. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Очень приятно видеть, как вся команда преданных заботится друг о друге, как они счастливо вместе делают это служение, как семья. На самом деле, когда мы встречаемся потом позже с кем-то из участников харинамы, мы их встречаем, как будто бы это наши родственники. У нас сегодня необычное событие. Прямо под нашими окнами, вот наши окна, будет большой фестиваль с дискотекой, с песнями, с танцами. И мы решили здесь приготовить просад для всех этих людей. Это известное в России блюдо. И сейчас будем все это раздавать. Все жители деревни попробовали просад впервые в жизни. Еще немного пасты. Для нас было очень важно, что ассоциация Нандаграм в европейском проекте предложила организовать этот ужин. Такое братство между испанцами, русскими и украинцами. Поэтому мы все очень счастливы. Шрила Прабхупада видел, что молодое поколение обладает силой изменить этот мир. Когда я вижу улыбающихся, счастливых людей, я чувствую в этот момент, что я делаю что-то важное для этого мира. Я хотела бы посвятить этому свою жизнь. Мы должны планировать грандиозную проповедь, мировую проповедь. У нас такие амбициозные планы. Просто вдохновляет мировой масштаб.
будущем будет огромное количество путешествующих Харинама-групп, и можно присоединиться к любой из этих групп. В какой-то момент, может быть, это превратится просто в одну большую выездную, постоянную, непрекращающуюся. И поколения должны меняться. Вот с этим мышлением должны появляться новые поколения, которые думают таким образом, что я вообще живу для чего? Я живу для того, чтобы успевать. А для того, чтобы успевать, мне нужна сила. Для того, чтобы была сила, мне нужен хороший просад, хорошее общение. Я должен изучать философию. И все, что есть в этом мире, все это служит одной цели – распространение славы Святого Имени. До тех пор, пока в моих жилах течет кровь, я буду приглашать вас. Вы всегда можете приезжать и проводить здесь эти харинамы. Большое спасибо за праздник, за музыку и за все, что вы сделали сегодня. Я надеюсь, что Кришна даст мне больше возможностей служить этой международной московской группе харинам. Дорогие преданные, если у вас появится такая возможность поехать вместе с нами в Харинаму-тур, приезжайте. Пойте, танцуйте. Участвуйте в Харинаме, вы ощутите этот нектарный вкус любви к Богу. И вы точно не пожалеете. Мы вас ждем. Шри Харинама, Санкиртана Ягья, Ки.